Доброе утро, страна! Я говорила, куртка. Взяла куртки, белые футболки. А. Я уговорил тебя. Да, дети сегодня здесь ночевали. Ну и как ты спала, Фонтин? Хорошо! Оли на кроватке? Много ты своей не шо? Шапки пойду, пока... Пошли я... шапки мерить. Вот это. Афоня, Антоша, Гриша и ты. Они, в принципе, в общем, ну, там разница. А будь мама померяет свою. Мама, меряй самую нижнюю. Ага, это моя, да? Розовая. Круть. Космос. Осталось нудики. Я как Клёвая. Раз умерли снудики. Остался еще снудик, да. У нас будут одинаковые шапки и снудики. Только кроме папы. Ну что, папа сегодня едет? Папа сегодня, да, в обед выйдет, вечером уже приедет. Приехали мы на стадион, как всегда опоздали на 7 минут, но эта штука разминка, поэтому идем. А? Да. Я сразу шапку одела. Дрюган тут вообще пипец. Дует. Не знаю, что-то вручают. А, наверное, чемпионат. А, ага. Угу. Это же тут ребята играют, и она болеет. Или он? Ты кто? Это мальчик. Мальчик? А, он серый. Все, наконец-то наши малыши играют. Гриша на воротах. Первый тайм закончил. Шапку одел. Ну это футбол, котик, а как ты думал? Только шапку одень, ладно. Второй тайм. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Не, нормально, по пять, да? Да, не пила. А перекусывал? Табак снялся. Что, сейчас будут пробивать? Че такую большую стенку? Илья, внимательно!
Антоша офигел. Не, так он пришел, когда был этот, говорит, блин, там толкают. Собака. Антоша! Давай! Да. Антоша, бей! Еще! Давайте, белые, вперед, вы проигрываете! Мать, вперед, вы проигрываете! Смотри на мяч. Давай вперед, Антоша! Играй, играй, Рома, играй, пас. Давай. Вперед, вперед. Выйди, попробуй там победу. Антоша, смотри за мячом. Я буду забивать. Я тут постою. Гриша, лови. Гриша, лови! Да! Один один. Куда побежали? Сюда идем. Что это пенальти? Это уже все, конец, что ли, времени? И 1-1? Нет, еще не конец ли? А, ага. Ой, я сейчас сам себе заберу. Видишь, уже конец времени, 1-1. У них, короче, чемпионат мира по футболу. К концу игры мы поняли правила. Антоша! Давай, весь мир стоит на карте. Антоша, слишком большой разбег, слишком большой. Тяжело будет, нет, слишком большой. Гриша, лови, молодец. Гриша бьет. Кому? Пустые ворота. Убивает. Нет, Ярик. Гриша, забей!
почему у них все-таки у всех такие большие разбеги? А, молодец! Да нет, не было же гола. Не было же? Не, ну если бы он, если бы вратарь влетел в мяч, с мячом в ворота, если бы просто вратарь убил. Но если бы он ударил в угол, там был бы гол. Дай бы не просто не рыбил. Сейчас еще один. О, молодец. Я был бы в шоке, если бы меня просил. Типа как Акинфеев ногой отбить. Сейчас теперь синие бьют. Да, чего они такие? Давай, давай, давай. Красавчик. О, молодец, Ярик. Прям в серии пенальти. Гриша, лови. Я бы еще не поймал. Ну, знаешь, Антоша вот так гол и забил, да? Он как-то это, закатился. Антоша второй раз уже бил? Антоша еще один раз только. Это гол. Я же сказала... Ура! Я же сказала, это гол. Сказал гол, значит гол. Надо мне предсказывать. Мимо. Опа! Ура! Синие победили! Я прям как предсказал, что мимо. Или еще будут бить? Еще. У них вторая серия. Абсолютная победа вообще. Ну, 2-1 уже. А кто начинал пить? Синие? Не знаю, да, по-моему, синие. Там гол, но он выбил уже с линии. Там должен был быть гол. 3-1, да? 3-1 в пользу синих. Ура! Победа. У них первое место. Он расплакался, да? Кто? Памяти ветеранов. Второе место заняла команда белых. Ура! Денис, одному подходе. Приветствовали. Стой, Антон. Ставьте самый лучший. Руку пожать. Антон, здесь руку пожать. А, Гриша! Давай, Гриша, подходим по одному. Не спеши, вам всем хватит. Артурик, такой пенальти. Есть, Артурик. Артурик, держи руку пожать. Артурик, здесь не забывай еще раз. Правильно. Мы сейчас еще раз будем играть. Да, у нас еще поняла. У них. Вы видели, как Артурик помнил лево? Он лево бил. Ну, потому что удобнее. Левый или левый? Да. Нет, не дали? Все, давай, назад команду подходим. Лев, давай. Тут два места ходит. Там небольшое. Всем тихо. Тихо. Победы всегда придут, и люди проходят. Надо уметь и поиграть. Сегодня проиграть нету, конец всех. Похлопали друг другу. А теперь туда пройдите. Ну иди пей и поехали.
Все, мы приехали теперь для родителей. Серый. Пошли. Серый с нами ездил, а Афоня был тут. Пикник? Планета, планета, ты моя судьба. Где этот пикник? Планета, подножки, мы тебя нашли. Пикник со вкусняшками? Уже поели пикник. Планета, планета, моя судьба. Мать, еще один. Вкусная, Зой? Планета, ты моя судьба. Планета, планета. Планета, планета, ты моя звезда. Потом планета. Еще раз это слово. Планета. Нет, Инстаграм. 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 Вы заходите туда, как мы осенью гуляли до пикника. Планета. Ой, все выскочили. Папа приехал, да? Ты рад? А Антошке как раз по глазу Афонька дал. Пойди умойся, слышишь? Пойди. Пойди, пойди умойся, мой хороший. Ну понятно, пойди умойся, пойди. Да? Где? Где? Далеко? Нет. Ой, папа. Папа? Далеко ты, далеко. С подарками. Ты думаешь? О! Это деталик. Ой, папа тут теперь на... Это мамины подарки. Это мама. Сколько рыбы, это столько бычка наловили? А, это еще даже не все. Они еще больше. Они там каждый день по ведру бычка ловили. Какое офигенное это сочетание. Парень с нашего кладбища, когда оно закончится, будет девушка с косой.